Привет, мои хорошие, с вами Силия на своей, и сегодня будут у нас обновочки на весну. Уже я готовлюсь на весну, уже взяла кучу себе и платьюшки, и всякие худи, например, вот как у меня, вот это классное худи, да. Красный цвет мне очень идет, и на сайте Гипюр я уже заказываю себе вторую красную. Первая у меня была толстовочка, которую все спрашивали с хэштегом «Я любовь». А здесь у нас уже вот такое вот из новиночек. Я взяла такую худи себе и взяла своему брату черную худи. Мы теперь будем с ним такие, вот если пойдем тусоваться, то два крутых чела. У него вот такая черная худи, тоже с такими же на руках крестами. И мне на самом деле очень нравится. Брат замеряет вот эту худи, я покажу, как смотрится. И моя выглядит очень круто. Худи крутая, реально. Она внутри утепленная, то есть вот такая вот она идет, мягенькая, как моя толстовочка предыдущая. Вот, и пошито очень хорошо, очень стильно. Здесь вот такая вот нашивочка интересная. Вот эти вот, на самом деле, значки очень крутые. И вообще она такая свободная, легкая, и чувствуешь себя в ней как-то уверенно, легко, круто и кайф петь. Мне тебя мало, смотри, нас разделяют на две половины. В общем, вот такие классные две худи новинки. На самом деле, вот этот приход с этими вещами, он был неожиданным. Вот прошлый приход, он был весь идеальный, то есть вообще ни к чему не придраться, все супер идеально. В этот раз немного некоторые неожиданности были. Например, я забыла, что я заказала. Я заказала себе кожаные лосины. Да, заказала кожаные, и знаете, сейчас я такая открыла их, такая думаю, я что, заказала кожаные лосины? Полностью? То есть я понимаю вставочки, но полностью? Такая думаю... Так, что-то я забыла. Потом, когда их померила, и такая думаю, ну не, они прикольные, крутые, классно сидят. И вообще, наверное, одни кожаные классные должны быть. И вдруг у меня дежавю, что, скорее всего, именно так я их заказывала. То есть я не собиралась заказывать кожаные лосины, но как раз-таки, когда я увидела их на сайте, они мне понравились, и я подумала, да пусть кожаные одни будут. В итоге у меня кожаные лосины. Да, они очень классно сидят. Размер S-очка. И мне очень нравятся вот эти вот на лосинах всякие вставки, видите? То есть по всей длине сбоку идет вот такая вот нашивочка. И также идет такая же внизу и чуть-чуть вот вверху. Ну, вы посмотрите. Очень классно сидят. Они прям кожаные-кожаные. С внутренней стороны тоже вот такой плотный материал синтетический. Не знаю, мне кажется, что в них, возможно, будет летом жарко, а зимой холодно. Но это надо уже пробовать, смотреть. Но сидят они классно, обтягивают, в общем... Ножки, попка, все супер-пупер. Одни кожаные должны быть. Следующее, что мне очень понравилось, это супер платье one size. Кстати, вот это худи, это тоже one size. И когда я ее примерила, на самом деле, она подойдет даже, не знаю, моей маме. Она действительно такая большая, и я думаю, что как раз-таки будем куда-нибудь выходить, мама должна, если будет на стиле быть со мной в одном стиле, я ей дам ее обязательно поносить. Но не подарю, потому что она очень крутая, и мне нравится, что-то в ней есть. И такое платье, значит, одного размера. Очень интересное пошито, оно такое длинное достаточно, ну не в пол, конечно, но длинное. Сзади, не помню, как это называется, когда впереди короче, а сзади длиннее. Вот мне нравится этот эффект. И здесь такие идут карманы, огромные нашивки, они вообще как будто из кожи сделаны, с таким рисунком. Да, они какие-то вот не кожаные, а вот что-то
вот эти рисунки кожаные. В общем, плотная достаточно ткань, огромные такие. И вот с такими вот бусинками. В общем, очень эффектно смотрится и очень круто. Мне, во всяком случае, очень понравилось. И она такая достаточно тепленькая. Под сапоги какие-то такие, под боты спортивные. Я думаю, будет очень круто. Зацените. Еще что в этом платье хорошо, что, знаете, оно подойдет именно тогда, когда мы, может быть, не в форме. Допустим, девушкам после беременности, да, пока они восстанавливаются. Вроде и стильно это, и ничего особо так вот не видно лишнего, да. Беременным, кстати, тоже замечательно можно. В общем, полненьким девушкам, которые никак не могут похудеть. Вообще, классная, универсальная вещь. Я рекомендую. Ой, о, рекомендую. Следующее, что я вам покажу, это платье. Смотрю на сайте Гипюр, да, платье. Постоянно мне хочется что-то заказать. В итоге я осмелилась и заказала платье. Но немножко не мое. Наверное, я ожидала что-то другое. Пошито классно, все супер, ткани приятные. Я никак не могла застегнуть сама на себе сзади эти пуговки. То есть здесь пуговки сзади. Не могла их застегнуть. В итоге лайфхак. Я сначала застегнула, потом одела, да. Но снять потом... Также я не смогла, я их расстегнула очень легко сама сзади. В общем, застегнуть их сложнее, чем расстегнуть, поэтому можно его одевать застегнутым. Дальше какой момент? Здесь подкладка внизу, оно очень длинное в пол, то есть даже под каблук оно будет закрывать ваши каблуки. Хорошая длина, открытая немного спина. Оно интересное такое, достаточно скромное и при этом эффектное, куда-то на выход, может быть, на свадьбу там сходить, да, на какое-то мероприятие. Но немного не мое, не мой фасон. Я бы вот другое что-то выбрала, поэтому будем с этим платьем что-то делать. Дальше поговорим о костюмах. У меня два костюма, которых я заказала, супер-мега-пуперские костюмчики. Ну, например, начнем вот с этого костюма. Это костюм с пайетками, который меняет свои цвета. Серебро и черный. Брюки достаточно, ну, как бы свободные, то есть в целом они свободные, это эска. А что я еще не ожидала, что пайетки, они матовые, поэтому я вас предупреждаю, если вы будете брать, они на сайте кажутся глянцевыми. Кажется, что серебро это серебро, то есть серебро здесь красивое, не спорю. А черное, кажется, что он будет прям черный, понимаете, пайетки, а оно серое такое. Вот, и матовые, то есть они не глянцевые. Мне кажется, было бы прикольно с глянцевыми, я ожидала глянцевые. Но в целом неплохо смотрится, посмотрите, размер мне подходит, все замечательно, сидит очень хорошо. Следующий костюмчик тоже мне очень понравился. Он вот такой вот брючки. Вот с такими рисунками уже на ногах. Тут звездочка, нашивка такая. Взяла тоже размер эсочка. Неплохо сидит, но чуть-чуть маловатый он мне наверху. То есть верх маловатый. Тоже с такими полосочками. Прям вот здесь, вот прям, знаете, в плечах и... Я бы взяла, вот если бы была возможность у меня, я бы взяла, наверное, размерчик на побольше. Но вообще эска у них всегда идет все размер в размер, поэтому немножко не понимаю, почему так получилось, но в принципе носить можно. Смотрится он очень интересно, стильно, спортивно. Еще одна.
одно платьице, которое я заказала, вот такое. Оно очень классного цвета, это такое беже-серое с розовым отливом. В общем, много разных отливов, но больше скорее беж. Оно теплое, утепленное, похоже, как будто такое шерстяное, знаете. Очень интересный дизайн, такой, знаете, под горлышко тут расстегивается. Такое в обтяжечку, лучше, конечно, быть стройненькой для того, чтобы его брать. Эска все идеально по размеру. Наконец, бомба вообще, которая мне пришла, которая безумно довольна, которая это тренд и цвет, и как пошит и связан, я не знаю, это свитер. Это вот такой вот свитер, который я как раз-таки под вот эту вот помаду свою брала. Мне кажется, он очень-очень классный. Его можно комбинировать с любыми вещами и с разными помадами. В общем, это беж, очень красивый рисунок здесь впереди сделанный. Рукава свободные, он закрывает попу, такой длинный, классный, и ворот вообще замечательный. В общем, посмотрите, я думаю, вам понравится. Свитер этот вообще стоит реально того. И да, я думаю, многим он понравится, свитер очень-очень крутой. Guess I see you somewhere around. Все мои покупочки закончены. Ссылочку на все товары и на сайт я оставлю под видео. И знаете, что по моему промокоду вам будет еще и скидка. Это же просто супер. Все подробности под видео. Обязательно загляните. Это действительно очень крутой сайт, тем, что там офигенные цены, качество на уровне, а главное именно модели, которые там. Я бы все скупила, на самом деле, не побоюсь. Ну, как бы, понимаете, да? Йоу-йоу-йоу. Мне очень нравится. Все, спасибо, Гипюр. Отличные, отличные новинки. Мне очень нравится. Отличные, отличные новинки. Я вас всех целую, обнимаю и увидимся в следующем видео. Пока-пока.